Блондинка, брюнетка и рыжая. Три стихии. Три потрясающие девушки. Три невероятные вокалистки. Анастасия Чеважевская, Виктория Жук и Анастасия Спиридонова вместе составляют соул-трио «Лос Девчатас». Знаете, когда Настя сказала мне, наверное, 3 месяца назад, да, Вик, вот у нас, скорее всего, на джаз-паркинге будет концерт 3 марта. Я подумала, господи, как не скоро, но зато уже будет весна. И вот он этот день, 3 марта, настала весна, настал и состоялся наш концерт, мы счастливы. Своим днем рождения группа «Лос Девчатас» считает 1 сентября 2007 года, день их первого эфира на ТВ. Это произошло на телепроекте «СТС зажигает суперзвезду», где «Лос Девчатас» решили попробовать свои силы. А если не лукавить, то показать всем, на что они способны. Дебют был более чем удачным, и впоследствии «Лос Девчатас» решили продолжать начатое и работать, засучив рукава. Ведь теперь у них появилось настоящее, общее дело, настоящая страсть – группа «Лос Девчатас». Ух, на самом деле мы очень хотим чуть-чуть расширить эту программу, скажем так, отшлифовать ее, на наш взгляд, как-то, да, сделать еще один концерт, такой прям, ух, чтобы все уже влезли, потому что очень много кто просто не поместился. Зажигать на очередном жарком вечере под эгидой джаз-паркинг «Лос Девчатас» не впервой. Они являются постоянными резидентами проекта Анжелики Алферовой Арутюнян и признаются, что здесь всегда потрясающая энергетика. На джаз-паркинге мы выступаем не в первый раз, у нас 2 года назад был сольник на джаз-паркинге. Мы постоянно участвуем в джем-сейшенах, и публика у джаз-паркинга всегда очень хорошая, всегда очень благодарная. Все аплодируют, радуются, слушают хорошую музыку, что, собственно, и пропагандирует джаз-паркинг. В данный момент девушки занимаются именно тем, к чему они стремились – работают с живым составом над собственными песнями. Сирюник, сирюник, сирюник. Тогда нет, на самом деле. Мы еще слова не выучили. У нас очень много армянских друзей, с которыми мы разговариваем по-армянски. Да? Да. Я вот говорю иногда своим армянским друзьям. Баравдзес, вонцес, говорю им. Они мне говорят, лавэм, ду вонцес. Я им говорю, лавэм. Вот. Мы с удовольствием споем на армянском, правда же? У нас даже правда, есть конечно, человек, да. который играет на дудуке. Да. И зовут его Карен Джан. Кстати, между прочим, народный, русский народный певец при этом. I wanna help it, even if I do, I can't help it. If I wanted to, I wanna help it, love.